Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами Юлия Лебедева, тренер Орловской Федерации УШУ. И мы продолжаем с вами изучение комплекса «Цигун». Сегодня мы пройдем с вами игру «Обезьяны». Научимся формировать кисть обезьяны. Для этого мы собираем пальчики вместе и максимально натягиваем кистевую зону рук. Первая форма называется «Обезьяна поднимает лапы вверх». Начальная позиция. Ноги на ширину плеч. Руки расположены впереди с максимально разведенными пальцами. Быстро формируем лапу обезьян, подтягивая груди. Поднимаемся на носки и поднимаем плечи вверх, выполняя поворот в правую сторону. Небольшое удержание. Возвращаемся в центр. Опускаем пятки, плечи, лапки. Опять быстро формируем лапу обезьяны. Поднимаемся максимально на носки вверх. Поворачиваем голову в левую сторону. Удержание. Центр. Опускаем пятки, плечи, лапки. А теперь добавим дыхание. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И следующая форма обезьяны называется «Обезьяна собирает фрукты». Начальная позиция. Одна ножка находится на носочках стопы. Формируем лапы обезьяны. Отшаг левой ножкой назад. Рука по дуге идет вниз. Присели. Правая ножка на носочке. Взгляд на правую ладонь. Привстаем. Делаем шаг с пятки. Ручка по дуге. И тянемся вверх. Представляем, что обезьяна сорвала фрукт. Формируем кулак. Большой пальчик прячем внутрь. И несем фрукт. Подтягиваем снова ногу и отпускаем ладонь. Выполняем упражнение на другую сторону. Сформировали лапку обезьяны. Отшаг назад, рука по дуге. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И заканчиваем упражнение выравниванием дыхания. Ручки вверх, вдох. Ручки вниз. Выдох. Следующая форма – игра птицы. Начальная позиция – ноги на ширине плеч, колени согнуты. Формируем клюв журавля внизу живота. Распрямляя колени, поднимаем руки вверх, корпус
направлен чуть вниз. Сгибаем колени. Опускаем ладони вниз. Переносим вес на правую сторону. Формируем крыло журавля. Поднимаем левую ножку вверх. Удержание. Возвращение в исходную позицию. Клюв. Подъем рук вверх. Натяжение колен. Руки по дуге вниз. Перенос веса на левую ножку. Правая ножка вверх. Повторим с дыханием. Начальная позиция. Вдох. Выдох. Следующая форма называется летящий журавль. Начальная позиция, формируем крыло журавля, осаживаясь в коленях. Руки идут вверх до уровня плеч, поднимаем одно колено. Руки вниз, осели, левая ножка пустая на пальчиках, стоп. Правая, вес держит. Поднимаем ручки вверх над макушкой. Отшаг на ширину плеч. Подъем рук вверх на уровне плеч. Осаживаемся. Вес на левой, правая ножка пустая. Подъем вверх. Ладони движутся над макушкой. Держим равновесие. И отшаг на ширину плеч. Выполняем с дыханием. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вторая сторона. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И выравниваем дыхание. Ладони вверх, вдох. Ладони вниз, выдох. Собираем ручки вниз живота. Закрываем глаза. Считаем про себя до 8. Успокаиваем дыхание, открываем глазки, растираем ладони до состояния теплоты, протираем лицо 3 раза, руки движутся к макушке, затылку скользят по шее, переходят на грудь и опускаются вниз. Спасибо за внимание. Желаю вам в освоении практики добиться успеха. Всего доброго. До следующей встречи.